Если что, лиса замешаем. Не выделяется, ребят, лол. Не выделяется. Что там, ведьми наварила, что? Вуду, на Вуду еще надеяться. Ну, шаман пытается, да, респект ему. Опять шаман. Третий шаман. На этот раз шаман, ты на чем вообще играть будешь? Давайте попробуем, типа, Ван Клифа мощного создать. Если что. Хотя можно было все замешивать. Тоже без квеста, прикиньте. Что за новости такие, что шаманы играют без квеста? Контроль, что ли, шаман теперь попался. А, ну я, видимо, пропустил. 10 карт важны предсмертных. У меня хрипов нет. Научный шпионаж, наверное, тоже не зайдет. Да вендету возьмем. Когда-нибудь да зайдет эта вендета. Вместе вот с этой вендетой. Где-то контроль шаман. Гадалки не ходи. Капец, квест 0 из 4 до сих пор просто. Называется, замешал базарного грабителя. Что-то с квестом, да, какие-то проблемы. Я, да, мы в школе учили. У меня даже книжка была. Целый талмуд этих древнегреческих. Еще лечение. Тебе лечение-то немного будет. Древнегреческих, как их там называют, мифов. Мифы древней Греции. Я думаю, ему не обязательно знать то, что у нас есть еще одна наша вендетта. А все равно есть хил. Офигеть, конечно, он ранил Зелиакс, пролечился. Этим харту ты пролечился. Философия будет. Это старт его руки, значит, у него карта. Капец. Блин, надо было хильнуться, наверное, да, сперва. Посмотреть, что хил даст. Да. Да, да, да. Хил бы... Её бы не надо было ставить, короче, да, я затупил. Невероятная сила. Что, блин? Это, короче, шаман на пробафах руки, что ли? Поищи сало. Не нашел сало. А, биг шаман, типа. И вот, ребят, вот на моем месте вы бы его трогали? Ну, в смысле, убивали? Или нет? Точно 1-1 тратить нельзя. Трогали бы. Трогал, чем быстрее, тем лучше даже. Давай начнем. Это мне пригодится. Существ никаких пока не было для теста, и козни не было пока. Где его баф? Не написано, сколько забафал народу. Погодь. Сколько он забафал народу? Кто-нибудь видит?
Я вот не вижу, сколько он народу забафал. Биг шаманы типа начали вот эту карту играть, что ли? У него больше полуруки заклинаний. Понятно. Но это точно не заклинание. То есть у него есть хилка, да, такая крутая. Можно Вендетту слить, вот эту карту слить. Да, вы берете призывая существо с натиском. Его надо как-то с добором, да, сыграть? У меня есть тут добор какой-нибудь? Подчинение нет, давай пока. Ну, конечно, да. Ну, это Патес крутая карта. Археолог на задание. Есть. У меня уже квест сделан. Ну, его оставлять смысла нет. Секреты такие себе. У меня нет секретов. Бесполезная тема. Ну, тут будет долго. Долгая битва, я думаю. Так, он ничего не играет. Он пока не хилится, типа, да? Не видит ничего страшного. В нашем столе, видимо. Это не классовая карта, нифига. Тесс не разыграет. Наверное, зря я его вообще поставил, потому что... Ну, типа... Хил еще пригодится в будущем. У меня так-то полное здоровье сейчас. Нужно что-то выманивать из руки шамана. Что-то выманивать. Возможно, у него только там один этот был. А ну, этот. Живой источник пробафанный. О боже, блин. Не, вот этого игнорим. Или нет? Игнорим, нет? Ладно, нет. Давай начнем. Можно было и удар в спину, кстати, отдать. Лицом не ударяться. Можно было. Ну, удар в спину, ладно. Пушка у нас с халявы, короче. Ладно. Нужно все равно. Плохо, что козни не приходят. Ну, в любом случае, я бы на фатиге, наверное, только разыгрывал. Будет больно. Боже ты мой, кого ты накопал здесь? Ну, он не убивает. 5-7. Пипец. Живи. Эволюция, что ли? Буду. Я, конечно, рад вот этой карте. Безумно рад. Но знаете что? Я бы все-таки хотел существо пока что. Пока что я бы все-таки хотел существо какое-нибудь. Может насрать вообще на этого повелителя скверны и битруга? Прикиньте, вот у меня бы чароплет висел, он бы на чароплета бы, да, накинул вот эту вуду. Правильно, я думаю. Я уже атаковал. А, ты атаковала. Ну, зато у нас есть козни лихлепых, а если он ничего делать не будет, то мы будем... Давай. Мне выгодно, чтобы он сейчас всякие тотемы ставил. На самом деле, время играет на нас. Я хочу быстрее выходить на фатиг, быстрее пробафать козни лихлепых, а быстрее найти какие-нибудь карты. И взрывная волна может убить Тесс и тому подобные карты. Прокнул чароплет. 4-3 пока что. О, ветра. Ну, 10 тест будешь разыгрывать каждый ход потом на фатиге. В этом как бы и есть смысл этой колоды.
Хотя бы его, да, не забафнул. Как бы этого я и добиваюсь, если что. Это фигня, пусть будет. С нее волю получить тяжело. Просто пусть будет на столе. На самом деле, вот эти две карты, это очень опасная тема, потому что Тесс может встать, типа, и умереть, и ее не замешать. Это фигня, наверное, да? 4-4. Хотя... Может, и не фигня. Блин, семешок на 2. Сейчас бахнем, наверное, взрывную волну. Овечка есть, слушайте. Может, надо было секрет разыграть и пушку переодеть. Давай начнем. Наверное, да, надо было тупо секрет повесить и пушку переодеть, а его как и реально натиск использовать. А, супер, 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 супер. Хе-хе-хе. Даже в лицо пойдем. Блин, если умрет Тесс, это будет провал, конечно. Я хочу, чтобы он прокнул мне мой щит. Блин, если Тесс превратит себя в овцу, это будет фейл года. По версии канала Rockin' Games. Я точно знаю дорогу. Поэтому как-то надо больше существ. 7, да? Овечка плохо. Ну, нехорошо, да. Для шамана тоже плохо, кстати. Значит, Тесс будет давать каждый раз секрет на броню и секрет на магию. Чароплёта. Ну как ему роляет, а? Как ему роляет? Чё, отражёнку может? Ну потом, потом. Не сейчас, конечно же. Но вы понимаете то, что в Биг Шамане Биг Существа и отражёнка это для него смерть. Отражёночка для него смерть. Смерти подобно. У него нет мелких существ практически. У него самое мелкое существо это... Это Грязнеформер. Насколько мне не изменяет память. Ты, если честно, задрал просто. Пять, гробовщик. Так, но у меня остаются пока карты. Давай начнем. Других классов. Ну, мы пока ждем, ребят. Козни на нас работают. Мы вообще можем всех существ вот так поперешинковать. Вот за что я люблю рок на воровстве, каждая катка уникальная. Да, это я и говорил в обзоре на эту колоду. Катки уникальные, интересные, необычные. И тому подобное. Не, мы ждем, ребят. Шаману нужно нас давить, не нам его. Мы можем и не Тесс замешать, мы можем и овец каких-нибудь замешать. Мы можем и негодяя в зла, если что, замешать, и на фатиге его выиграть. То есть, если Тесс превратится в какую-нибудь ерунду, типа овечки, да и насрать, ребят. Да и насрать. Чем-нибудь другим его выиграем. Целый арсенал, да, у нас тут. Удар героя. Мощный удар. Ну, наверное, удар героя надо брать. Потому что переодевать пушку, давать ему пушку, плюс слэм там случайный на нас же, это все провально. Тень смерти возьмем, либо ликвидацию.
Наверное, ликвидацию. Давай начнем. Тень смерти это было бы слишком. Ликвидация поважнее. Сейчас что-нибудь жирное, мы потом это ликвидируем. И все. А так можно было вместо, допустим... смотрите, можно было источников. 4 источника, 3 источника себе замешать там. В общем, как-то так. Но пока мы справляемся без теста, да? Это второй источник его или нет? Я тут и потрошением вроде как расправляюсь. Вроде как. И потрошение ничего так заходит. Если честно, его даже ставить не хочу. У меня там броня даже есть. Даже броня есть. Вот, хартут замешаем всяких. 12 копий хартут, как вам, ребят? Или бы 12 ведьминов лисов. Развязка близка, на самом деле. Давай, не, ну в тотеме смысла нет. Ладно, поставим. Там Эзера, наверное, какая-нибудь еще должна быть. А, жаба просто. Жабка, жабка, жабка. Нужно какое-нибудь существо. Блин, а у меня существа не осталось. Лол, кого я буду замешивать? Кого я буду замешивать? Ладно, пусть будет больше существ на столе. Если что, лиса замешаем. Не выделяется, ребят, лол, не выделяется. О, его замешаем. Не все так сладко. Как хотелось бы. Но выход всегда, ребят, есть. Выход всегда есть. Вы знаете сейчас, что будет? Если он не умирает, а он, скорее всего, не умирает под секретами, то будет грязь. 13 битругов. Скверны. Ну, это фигня у тебя в руке, слушай. А, ну это чароплет. Это чароплет, извиняй, дружище. Битруг живет. Давай, давай, битруг, призывай битруга. Потом битруги призывают еще битругов. Я хочу еще один ход. Я хочу еще ход. Еще два битруга. Так Тесс умерла, я не могу, не смог Тесс замешать. У меня Тесс фаербола умерла. Пришлось битрогов замешивать. А ведьмина лиса в овцу превратили. Осторожнее со своими заклинаниями. Можно, конечно, яйца стальные подрубить. Но мы, наверное, не будем, да? А зачем рисковать? Ну, можно, да, по приколу, конечно. Ну, нет ни одной карты, ни одного заклинания, которое бы меня убило. Мне кажется. Что, ведьмина варева, что? Вуду, на Вуду еще надеяться. Ну, шаман пытается, да, респект ему. Это просто должно было быть настолько бомбически, прикиньте. Это была бы такая ужасная смерть. На фатиге Октасаре призвался. Ну почему он ливнул? У нас бы сейчас еще один битрук с натиском призвался. Мы бы вскрыли Октасаре и там. Просто валец. Это, ребят, квест строго.